Максим Чечельницкий, я из города Казани, борец как бы с просрочкой за права потребителя в магазинах больших России, то есть X5 Retail. Вот, 3 года боролся за права потребителя, снимал, то есть на 1 000 000 просрочки снял в магазинах. И X5 не отдает пятерочки, перекрестки, карусели, их не директора. И Дюшармы, Наумова, Воликова не отвечают за свою просрочку, за качество, то есть в нашей стране. И как бы прошу помощи у нашего, ну как бы хрюшам помогают в Москве, Путин и Колокольцев, а в Казани, ну и по всей стране никто потребителям не помогает, да. То есть могут и в полицию посадить, могут и 5 раз отпечатки пальцев снять там, и тебя, то есть магазин обвиняет то, что ты ругаешься матом, и то, что ты бьешь алкоголь, если вот один заходишь в магазин, да. Ну и привет Первому каналу, который меня показывал со средой обитания в 2011 году, да. 10 лет жду от них, что моего отца в Нью-Йорке найдут, но не ищет, жди меня. Малахов обещал пригласить, вот. Ну, всем добра, счастья и вам, Эхо Москвы, чтобы у вас на местах тоже были такие же профессиональные журналисты, как в Москве.